Сегодня Кабинет министров Чувашии рассмотрел изменения в республиканский бюджет на 2020 и следующие годы. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чувашии бюджет этого года подвергнут детальному пересмотру. Изменения внесли после тщательного изучения правительством главного финансового документа республики. Доходная часть республиканского бюджета в этом году увеличится более чем на 6 миллиардов рублей. Основная часть средств поступит из федерального бюджета и фонда ЖКХ. Это на 11% с ростом к утвержденному бюджету. И сразу скажу, что объем доходов превысит фактические доходы 2019 года на 5% или почти на 3 миллиарда рублей, то есть на 2 миллиарда 964 миллиона. Значит, увеличение 6 миллиардов складывается из двух составляющих, 161,9 миллионов. Это собственные доходы, уточнен прогноз федеральным казначейством в декабре прошлого года по акцизам на нефтепродукты. Расходная часть бюджета в этом году увеличивается на 7,5 миллиардов. Основные суммы связаны с реализацией мероприятий в рамках послания президента России. Это поддержка многодетных семей, организация горячего питания для учеников начальных классов, обеспечение жильем детей-сирот, индексация выплат ветеранам Великой Отечественной войны. В плане социальной поддержки предусмотрены достаточно серьезные ресурсы, более 2 миллиардов рублей направляется по поручению в РИО главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. В проекте закона заложены средства для проведения индексации мер социальной поддержки, которая у нас направлена в первую очередь на ветеранов труда, тружеников тыла. То есть проиндексированы единовременные денежные выплаты на данную категорию граждан, которые не индексировались в течение последних 3 лет.